Именно Дмитрию Козлову человечество обязано многими достижениями в освоении Вселенной. Под руководством конструктора более чем за 40 лет специалисты «Прогресса» создали 8 типов ракет-носителей и 26 ракетно-космических комплексов различного назначения. Неудивительно, что после того, как было принято решение установить в Самаре памятник конструктору, к воплощению идеи подошли тщательно. Победителем стал российский скульптор Карен Саркисов. Автор выполнил скульптуру из бронзы. Высота памятника достигает 3 метра. Сам постамент выполнили из гранита. Его высота – 2 метра. Я, к сожалению, Дмитрия Ильича лично не знал, но я этим человеком восхищаюсь и... Во время работы, когда мы собирали материал, работали над памятником, я видел столько людей, которые любили Дмитрия Ильича, которые боготворили его, которые с ним работали. И, конечно, я рад, что я своим искусством прикоснулся вот к такому великому человеку. Именно благодаря Дмитрию Козлову Самара долгие годы сохраняет за собой статус космической столицы России. 1 октября исполнилось 100 лет со дня рождения советского и российского конструктора ракетно-космической техники, дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, члена-корреспондента Российской академии наук, почетного гражданина Самарской области. На торжественное открытие памятника пришли сотни самарцев. Среди них – дети и внуки великого конструктора. Огромное значение имеет, безусловно, потому что человек прожил здесь 50 лет и очень много сделал для Самары. Просто раньше нельзя было об этом говорить, а теперь все должны узнать, кто наш дорогой отец. Памятник очень похож, и то, что он такой... одухотворенно героический, мне тоже очень нравится. То есть не домашний, а вот устремленный куда-то в космос. На торжественной церемонии губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с открытием памятника великому конструктору. Я знаю, насколько Дмитрий Ильич был скромным человеком. Я счастлив тем, что мы сегодня открываем памятник Дмитрию Ильичу Козлову. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, кто был идейным вдохновителем памятника, автора памятника, тем, кто способствовал своим трудом, своим участием тому, чтобы эта историческая справедливость сегодня восторжествовала. С открытием монумента советскому и российскому конструктору ракетно-космической техники, дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственных премий, члена-корреспондента Российской академии наук, почетного гражданина Самарской области Дмитрия Козлова поздравила глава города Елена Лапушкина. Пусть открытие этого памятника будет для нас, для всех напоминанием, что же такое по-настоящему. Быть преданным своей семье, делу, которое ты любишь, конечно, своему Отечеству. А нас всех с вами с праздником и с юбилеем выдающегося человека. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.